Итак, всем привет, дорогие друзья. Мы с вами... Ой, извините. Всем привет, дорогие друзья. С вами тут Умпаут, а мы с вами продолжаем играть в Far Cry Primal. Сегодня мы будем продолжать выполнять сюжетную линию и выполним, так сказать, самые ближайшие миссии. Я, кстати, заметил то, что в Стиме предлагают HD текстур пак установить, но, честно сказать, разницы я вообще не вижу с тем, который я сейчас играю. Кстати, вот это вот хорошо. Это называется шкура ко мне сама по себе пришла. Это кто? Не вижу ни хера. Это называется шкура ко мне сама пришла. Это хорошо. Так, у меня копье вернулось. Это мы где? Это у нас тут привал. Привалочный пункт. Нам надо тогда вот эту штуку сейчас снять еще. Нет, ты чё? Я хочу... А, мешок пован, понимаю. Чё у нас по крафтам? Изготовление. Вот это вот мне нафиг не надо, это... Нафиг мне эти метательные ножи сейчас вообще не уперлись. Вот было бы неплохо лук качнуть. Копье качнуть было бы неплохо, кстати. По воплощению плохо. Или дубинку. Но это надо тут на какие-то юги, запады идти. Хер его понять. О, пояс для метательных ножей. Вот это вот хорошо, кстати. Пояс охотника. 4 ловушки. Т-т-т. Вот пояс охотника. Надо 2 мамонтов завалить. Так. Смотрим по карте. У нас тут миссию. Мы должны были сначала с Элли помочь, поэтому идем к Элли. И все там выполняем. Кстати, очень хорошо мне тут напоминает то, что для призыва зверя тут. Нам надо будет сейчас как раз со зверем пойти. Вот как я сейчас спущусь отсюда, пойдем со зверем. Так, отпустить зверь. Волка. Так, тут можно скатиться. Что у нас тут? Стая всяких собак, да? О, вот это вот нужно. Или не нужно? Что это мне сейчас отметили? Вот это вот нужно, альха. Я пока не снимал себе навыки, немножко качнул. Теперь я могу ездить на мамонте и, по-моему, еще что-то могу. Ну, выполнял побочные миссии, по сюжетным не ходил. Так, это здесь у нас что такое? Надо проверить. Так, съебитесь. Вот у меня пес молодец. Вот тут у нас что? Непонятно что. Ладно, нас послали сюда, нам надо вот сюда. Это что? А, это эти зубры. Которые нам пизды, кстати, могут дать спокойно. Или как их там называют? А, яки. Древние яки. Это у нее за миссия? Следы охотника. То есть мы сейчас должны какого-то вражеского охотника выследить, я правильно понимаю? Он куда-то сюда шел. По-любому он сюда прямо пошел. Это ж логично, ну да, конечно, он сюда пошел. Выживание в холода. Северные пустоши холодны и негостеприимны.
В вашей текущей одежде вы не протянете долго и быстро замерзнете насмерть. Чтобы выжить, разводите костры и грейтесь у них. Кроме того, ищите материалы для изготовления более качественной одежды в меню изготовления. Круто. Ой, меню изготовления. А какая у меня тут одежда может быть? Мне тут пока... Никакую одежду не дали. Ну да. Ладно, говорит, разводить костры надо в холодных землях. Ладно, мы протянем, я думаю. У нас пока... А, уже все, уже нам не холодно. Будем знать. Так, не понял. Стопы. Я ж, наверное, это его приручу. Ебать, тут темно, я офигею. Дубинки всякие. Ну, дубинку я точно неспроста нашел. А, это охотник Винджа, его надо найти. Ебать. Ебать, тут тигров. А ну по съебам давай. Дурак, что ли? Пошел он вон. Ебать. Съебитесь. Съебитесь в ужасе от меня. А я, может, вас убью, кстати? Чё мне этого стоит? Ах ты ж тварь. Один сдох. Второй где? Вот так вот лучше, чем просто их отгонять. Так я чувствую себя уверенным. Ладно, погнали дальше его искать. Он, судя по всему, что шел здесь. А, здесь лед типа того, да? Заледенела, так сказать, пещерка. Кстати, странно то, что здесь у меня нет индикатора холодно. В пещере же нет отопления все-таки. Так, это что? Его мешок, наверное. Тут что, нет никого? Так, вот это тут я удобно нашел. Тут, наверное, проход откроется, но это не точно. Хожу чисто из-за того, чтобы полутаться. Так, судя по всему, можно было здесь пройти. А мы пошли здесь. Он чё, жив? Ебануться.
Надо поспешить, я уж так ёбнут и все. А, блять, это я вышел нахуй. Где-то здесь он. Ну, блядь, по звукам он где-то там. Да, отвечаю, здесь сидит. А, вот он, блядь, здоровый. Ты лечить меня. Еще тигры вокруг, берегись, Такар. Ну ничего, Такар всех отъебашит прямо сейчас, давай. Прыгай, ёпта. Да прыгай, заебешь. Ну этот ёбнулся, и чё? Ты чё? Ух, блядь! А ты серьезный кент. Нет, я не буду приручать этого зверя. Он делает сальтухи. Или чей-то брэкданс. Да заебал ты, еб твою мать. Веди себя как мужчина, блядь. Я тебя не буду приручать. Ты ебанутый. Всем, блядь. У меня просто задание всех отпиздить в логове, а не приручить. Тебе чем не мешает его приручить? Сори, братух, теперь на моей стороне будешь. Так это и работает, блять. У меня теперь друган. Спасибо, брат. Я вернуться позже. Ты чё горишь-то, блять? Ебанутый ты горишь, блять. Тебе заебись. Ты, кстати, чё у нас умеешь? Ты у нас умеешь... Нихуя ты быстрый, скрытный, 3. Сила... Короче, ты пизже моего волка будешь. Ой, блядь, извиняюсь. Так, теперь нам надо отсюда выходить и идти дальше. Северные земли, блядь. Туда пиздовшись надо, лишь бы не замерзнуть, блядь. Ух, нихуя. Это какой-то интересный кент. А. Блять, ну я же замерзну. Это хуйней тут заниматься. Да ты заебал. А, это, блядь, событие было. Так, это, мы можем полутаться, кстати. Мы можем полутаться, пока дают. Как только нам станет совсем хуёво, мы отсюда съебемся. Да. Съебись. Ты боишься огня, я верить. С
Северный кедр. Вот, блядь, где северный кедр. Не северный кедр. Да ты заебал. Это, кстати, что, другой какой-то? Можешь его приручить тоже, блядь. Чё он такой хуйней страдает? Кто тут сдох? Перья какие-то. Стоит, не так уж и быстро мы замерзаем. Ну-ка, фас нахуй. Бля, ну тигр, конечно, разматывает по красоте. Тигр молодец. Тут у нас что? Пещеру какую-то нашел. Кремень. Еще какая-то фигня. А ты что, да? Я думал, ты похилился, братух. Северный кедр. Вот это вот северный кедр, северная глина, это вообще тема. Потому что вот для этой северный черный камень надо найти. И у нас будет пиздатый лук. Потом что нам еще надо? Мамонтов будет отпиздить. О! Мы можем двуручную дубинку сделать. Вы только что разблокировали новое оружие. В меню изготовления можно разблокировать несколько видов оружия этого же типа. Чтобы сменить оружие в рамках одного типа, откройте селектор оружия, удерживая Q. Выберите оружие и нажмите колесико мыши, чтобы переключаться между оружием этого типа. Бля, ну это, кстати, пизжи, мне кажется, будет. Да. Это чисто отпиздить всех. А это... А, кстати, эту... ее тоже поджечь можно, бля, в пизду с ней будут ходить. Так, северный кедр спиздили. Бля, давай найдем камень этот. Раз уж мы тут. Северный камень. Вон там северный камень. Я и лук себе новый ебану. Попрокачанней. Тут у нас что? Вон там камень, кажется, да? Сигнальный костер нашел. Ебать! Вы чё, ебанутые? Так орать-то, я аж испугался. Чё, всё? Разъебали. Я не думал, что это так быстро. Бля, ну... Вот и все. Пиздат у нас теперь есть. Респа тут. Там что внизу? А, это прикольное растение этих северных земель. Блин, братух, я понимаю, что тебе холодно, все дела. Но нам надо найти этот. Где этот северный камень? Бать, волки, нахуй. Ладно, похуй, точка есть. Потом найду северный камень. Сейчас мы дальше пойдем по сюжету. Так, что-то подлагал немножко. Пойдем дальше по сюжету. По сюжету у нас... Кто дальше-то был? Этому мы помогать пока не будем.
Вуга. Бля, кто у меня первый? Сейла, надо к Сейле идти. Ладно, давай к Сейле сходим. Надо бы к ней сходить, потому что она там по порядочку пойдем. Пойдем по порядочку. Что за фигня? Что за микрофризы сейчас были? Так. Смотрим. Изготовление. Это все понятно с топой. А, не, еще не могу. Или могу. Уже могу копье прокачать. Так. А оно у меня в селекторе теперь? А не, оно у меня теперь просто прокачано. Прикольно. Так, навыки. Три навыка. Вот это вот полезно сейчас будет. Очень полезно. А дальше у меня навыков не хватает. Надо будет дальше вот это качать. Вот эту штуку. Да заебал, на, поешь. Ебать. Ну поехали к Сейле. Я знаю, что ты кошак, но пофиг, поплывем. А. Понятно. Сорян, братан. Ты плавать не умеешь, оказывается. Вы чё, ебанутые? Ух, нихуя себе ты стоишь. Бля, братух, извини, что ты утонул, но зато на тебе пофармить получилось. Вот это вот сейчас удобно будет на тебе чисто добежать. Это мне нравится. А то вы что думали, то что мы далеко пойдем? Нет. Мы это на тигре добежим. Мы шумные. Бля, пизда-то, кстати, на тигре кататься, слушайте. На всех посрать, бежишь сам себе, бежишь. Все шавки от тебя убегают. А это что, южные земли, что ли? Ну-ка, ебани мне топира. Или не получилось? Те, ладно. Это что за камень? Северный черный камень. Тут у нас что? Фу, бля. Ты туда не лезь, братух. А, он же еще прыгать умеет. А у вас тут что, пацаны? Ебать вы тут. Ладно, это ваши проблемы. Вот, кстати, надо будет на тигре как-нибудь попробовать мамонта ебануть. Это будет очень хорошо. Ебать, здравствуй. Какого нахуй курьеры? Курьеров в эти времена не было, вы чё? Мне на аванпосты тоже похуй. Вы чё? Какая-то баба, блядь. Я нихуя сейчас не понял, что произошло. Пацаны, мне реально похуй, я иду миссию выполнять. Потом я успею с вами разобраться. Это что такое? Пруд смолы.
Не, я считаю, здесь нельзя ходить. Потому что, наверное, здесь хуёвенько что-то будет или не будет. Да вроде не. Ладно, пофиг. Бля, вот это вот я понимаю, заебись на тигре кататься. Я уже... Я представляю, если б я пешком столько шел, это ж охуеешь. Так, вот это вот нам надо. Так, тема. Бля, ну тигр однозначно мощь. Это то, что не хватало. Блять. Ёбнешься же. Или ты на лапы приземлишься? Да, ты приземлишься на лапы. Так, вот здесь вот, я думаю, братух, с тебя можно слезть, да? Ты ж не против спешиться. Вот эту вот фигню надо собирать, пригодится. Дождитесь темноты или отдохните у костра, пока не наступит ночь. Благо, тут есть костер, кстати. Ну давай. До заката. Балдеж, отдохнули. Следуйте за светлячками, чтобы добыть большого лося для Джеймы. Ёб твою мать, да ты ебанутая. Большой лось. Лоси кормится возле светлячков. Окей, кормится возле светлячков, это хорошо. Ой, как хорошо, глина. Вот красный этот надо забирать, он будет мне тигра хилить. А то тигр что-то дорого стоит. Ебать! Ебанутый. Подождите большого лося. Ебать. И чё? Да вообще на изи. Блять. Скатываюсь нахуй. Там все заебись, там у меня... Блять, Даудом, отъебитесь от лося. Не, пидорас, это мой лось. А вы что тут прокачаны, что ли? Вау, ебаш. Поджечь. На, ах ты ж, блядь. Хуяк. Бля,
Бля, опять я косанул. Да что ж ты, блядь, будешь-то? Косить нельзя, на, блядь. Да не поджечь, а шкуру собрать. Бля, друган, тебя лучше мясом кормить, а то помрешь и пиздец. Так, мы миссию эту выполнили, окей, это хорошо. Миссию для Джейма мы выполнили. Нам, кстати, награды, наверное, здесь дадут. Так, навыки. 2 очка навыков. Ладно, давайте переместимся волшебным образом домой. В деревню. И там сейчас с ними, со всеми побазарим и завершим серию. Уинджа. Миссии появились побочные всякие. Так, Сейва, ты со мной пиздить будешь или не будешь? Так, ну ладно, давай с тобой. Ноги мамонта. Ужасный волк. Большой медведь. У тебя кожа мягкая. И ноги медленные для быстрых зверей. Великий охотник. Искать быстрого зверя. Большого зверя. И тебе есть великий охотник? Большие звери бродить по Урусу. Ты одолеть их могучие духи. Ты взять их силу и стать великий охотник. Ага, ебануться. Ты ебанулась. Охота... Еба, да ты отбитая. Какая охота на кровавого клыка, ёб твою мать. Понятно, дала мне миссию новую. Окей, оттисни, чё там. Сейва со мной пиздить не хочет, а ты хочешь вдруг. Это ты чё так? Блять. Я подгорел немножко, пацаны. Чем ты там занимаешься, отбитый? Ебать. Токар, ты держать. Ты есть. Корень снимать боль. Что его обжечь? Санцеходы. И Зила. А не напасть на охотников Винджа. Этот бежать. Остальных забрать. Санцеходы сажать Винджа в клетки. Использовать как орудие. Хуже смерти. А нахуя? Его дух свободен. Но для других время есть. Ты типа не смог его вылечить, что ли? Ты найти санцеходов, Токар. Ты освободить пленных Винджа. Ну хотя да, с другой стороны, ему вообще пизда.
правильно сделал, чтоб не мучился. Ебануться. Вот это вот подгончик приехал. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем до скорых встреч и всем пока, друзья.